Нашу команду не одолеть! Рыбий меч – ничто по сравнению со сталью истинного воина. На старт! Бой! Сплит-страйк! Обалдеть! Вдарь ему лососем! Джет, не так быстро! Я справлюсь! Ну ты получишь! Джет, берегись! Он сейчас! Блинстрайк! Ты сражался умело и отважно, человек в маске, и проиграл достойно. Ты должен был почуять обман Ведроголового буквально за километр. Что случилось? Я знаю, просто... я никак не могу нормально настроиться. Может, этот парень слишком силен для меня? Джет, Джетфол, Джетстрим, можно звать тебя Джетстрим? Нет. Джетстрим, тебе надо расслабиться. Ты напрягаешься больше, чем я и Шредди, когда мы только начали бои. Мы проиграли 50 боев подряд и ходили мрачнее тучи. Нам даже пришлось вернуться к обучению. Но когда мы встретили вас, все наконец-то изменилось. Играть в Акеда стало намного интереснее, и сейчас мы стали милым, полунепобедимым боевым отрядом, который все знают и любят. У этого парня осталось еще 3 бойца. У его Притхарда куча жизней, и он нанес Гиперлоку уже 2 рубящих удара. 3. Рубящих удара. У всех бывает, что игра не идет, Джет. Когда-то было так и у меня в команде Уорда. Они настолько серьезно относились к игре, что это ее портило. Я знала, что пора уходить, даже дорогой ценой. Поверь мне, так и случилось. А потом я встретила 2 балбесов. И поняла, какой забавной может быть эта игра. Вы моя команда. Акеда – это игра, Джет. Если тебе не весело, значит, ты играешь неправильно. Ха-ха, да. А помнишь нашу первую встречу? Я тренировался в спортзале. Ты впервые зашел в игру и сказал: «Эй, Чак Сли, будем друганами. Проведем кучу классных боев и выиграем Акеда чемпионат». И я такой: «Воу, конечно!» И ты такой: «На старт, в бой, сплит-страйк!» Красота. Вы правы! Я воспринимал это слишком уж серьезно. Спасибо. Итак, у него осталось 3 бойца. Готов устроить ураган нунчаков? На старт! В бой! Сплит-страйк! Прыгай, не прыгай, будет очень больно. На старт! Бой! Сплит-страйк! Кирия! Сплит-страйк! Давай, Чакс, покажем Тандер-ляльке, как в Акеда играют взрослые дяденьки. Только глупец может шутить в самый разгар битвы. Что ж, эти глупцы сейчас разрубят тебя пополам. Этот парень относится к игре слишком серьезно. Фу!